Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на библейских исследованиях субботней школы Заокским университетом. И сегодня у нас важнейшая, на мой взгляд, тема, очень интересная тема 10 урока «Кротость во времена испытаний». И сегодня мы с нашими коллегами, братьями дорогими, Зайцев Евгений Владимирович, Портасевич Борис Геннадьевич, Симушов Анатолий Анатольевич, преподаватели Заокского университета, будем обсуждать эту тему ну, конечно же, прочитаем в начале памятный текст нашего урока, который записан в Евангелии от Матфея, 5 глава. Пожалуйста. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Коротко, правда? Слово Блаженное Очень часто мы об этом говорили, да, то есть это древнегреческое слово. В Макаревой переводится как «о, как счастливы», да, возможно, да, или «радостны». А вот как-то не вяжется с содержанием. Почему все-таки счастливы, радостны, кротки? Ну, Можем... наверное, надо сначала определиться с тем, что есть кротость. Давайте. Что такое кротость? Давайте, давайте определимся. Да, я думаю, что кротость ⁇ это нравственное качество, которое выражается в незлобивости, смирении, в нежелании кому-то зла. Вот кротость – это качество, которое говорит о мягкости, может быть ага. характера, как кто-то мудро заметил, но твердости духа. И то есть та это та не тау слабость. Тау. Да, Анжалдальу сказал тогда. Вот и, конечно же, учитывая то, что Иисус Христос произносит эти слова, я думаю, что кротость – это то качество личности, которое должно сформироваться у каждого последователя Иисуса Христа. Ну, ну очень важно да. отметить, что крутость — это самое прекрасное, как говорит наш, вот, наше пособие по изучению субботней школы, что это самая прекрасная характеристика самого Иисуса Христа. И э, если уже быть, как бы, идти в, в, в руслах урока, тут написано это э, такое Безропотное проявление терпения, то есть невозможно проявление кротости без терпения. Друзья, но ведь наш мир сегодня не признает, на мой взгляд, кротости. Потому что сегодня наш мир живет под девизом успеха, да? эффективности, достижения цели. Ты должен быть выше, лучше, сильнее, умнее, образованнее для того, чтобы стать лидером, маяком, светочем. И за тобой будут эти люди, и вот будут учиться у тебя успеху. А вот как же это все вот теперь соединить с тем, что говорит Иисус Христос? Ну, это всегда было непопулярно, когда Иисус говорил эти слова. Uh, у них был определенный подтекст, то есть uh, сегодня мы землю в некотором смысле абстрактно воспринимаем, ну как вечность, рай. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Когда Иисус говорил эти слова, люди ассоциировали его слова вот с той землей, на которой они находились, которая была под властью римлян. И сколько раз они не пытались вернуть себе владение этой землей, никак ни, ни у них не получалось. Вот. Были там какие-то короткие промежутки мнимой независимости, но они очень быстро заканчивались. И как бы в словах Иисуса было некое такое противоречие, потому что но землею овладевает тот, у кого больше сил, у кого больше прав, у кого лучше армия, сильнее вооружение, Конечно. более современное. Да. Но Иисус, вот, когда говорит эти слова, он в некотором смысле отсылает своих слушателей к тому, о чем говорится в 36-м псалме. Угу. Вот. Достаточно известный псалом, псалом Давида, «Не огорчайся, глядя на благополучие злодеев, и преступникам не завидуй». Так начинается этот псалом. А дальше э, звучит такой призыв. «Положись на Господа и делай добро, живи на земле и храни верность Богу». Ну и так далее. И вот э, в э, стихе... Девятом здесь сказаны следующие слова, ⁇ ибо делающие зло истребятся, а уповающие на Господа наследуют землю ⁇ И через стих буквально мысль это повторяется, только в несколько ином ключе, а землю наследуют кроткие и во всей полноте благополучием насладятся». Вот, uh, мне кажется, когда мы говорим об определении кротости, очень важный момент, который привносит Священное Писание. То есть кротость – это не просто там, ну, слабость, uh, это не просто невоздаяние там, uh, злом на зло. Kroto... В кротости, в библейском понимании, присутствует очень важный момент. Кротость сопряжена с упованием на Бога. на Бога. То есть человек отказывается действовать самостоятельно, самостоятельно. Почему? Не потому, что он как бы не может или не хочет, а потому, что он возлагает свое упование на Бога. Вот как в этом псалме говорилось. И Иисус э, вот этот мотив обыгрывает и говорит, что те, которые возлагают свое упование на Бога, это люди блаженные, потому что именно они наследуют землю. Всем человеческим системам, устройствам и государствам придет конец и будет утверждено Царство Божие. Но видите, как э, сложно в это поверить будет э, людям нашего времени, потому что кто-то говорит о том, что вообще Римская империя просуществовала аж 550 лет, правда же? И ее золотые орлы легионов были в Африке, в Азии, в Европе, и везде. Ну да, общая продолжительность существования римского государства почти тысяча лет. Вот если брать от самого начала до даже больше, больше ну, да, тысячи лет. Больше тысячи так лет. что когда А, Иисус говорил это где-то приблизительно Первого в середине, веке. В середине, да. вот Поэтому, конечно же, в это трудно было поверить и тогда. Ага. Вот. Так что не нужно думать, что нам сегодня насколько-то там более тяжелее. То есть в... я почему это сказал? Скорее всего, что Иисус не говорил о политике, правда? Здесь, наверное, все-таки речь шла немножечко еще и о другом. Да? Ну, я вот еще хотел бы одно качество почему Вообще кротость, ага. как качество характера, проявляется по отношению к чему? Или, точнее сказать, к кому. Прежде всего, она проявляется по отношению к людям, которые причиняют тебе боль и страдания. И вот живя в этом мире, который враждебен тебе, то есть кротость проявляется, по сути дела, кротость всегда проявляется к тому или тем человеком, кто к нему враждебно настроен. И говорить о том, что кротость это какое-то такое, знаете, качество характера такое, ну, никакое, как бы сегодня сказать, это неправильно. Потому что, чтобы проявить кротость, нужно иметь огромную силу на самом деле. Проявлять кротость вот к этим мятежникам. И это проявляется во время вот этого знаменитых слов Иисуса Христа, когда он висит на Голговском кресте и произносит им, кротко произносит, не призывая легионы ангелов, да, там, чтобы они уничтожили эту толпу, он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Вот в этом была величайшая сила в проявлении кротости. Интересная история Сократа. Выдающийся древнегреческий мыслитель, известный, известный спорщик, Известно, что он периодически останавливал на улице людей, задавал им вопросы, глубокие, ну, человек мог, так скажем, надолго зависнуть с мыслением. Ну и очень часто за это его подвергали астракизму, осмеянию. а даже было дело, он и тумаков получал от, за иные свои вопросы. И друзья ему все время на это говорили. А почему ты себя не защищаешь? Почему ты не подашь в суд на своих обидчиков? на что интересно Сократ ответил. Если вас легнул осел, неужели вы на осла подадите в суд? Чем и рассмешил он, по сути дела, всех своих слушателей. Да? да. По отношению к кому мы проявляем кротость, да? это очень важный вопрос. Давайте, друзья, мы почитаем вот отрывочек из пророка Иезекииля, 24 глава, а почитаем мы о пророке, которому Господь предложил очень трудный сценарий жизни, да, с 15 текста. «И было мне вновь слово Господне, смертный, я отниму у тебя от раду твоих очей, неожиданно умрет твоя жена, но ты не скорби, не плачь, слез не лей, сдержи рыдание и не оплакивай умершую, Повяжи тюрбан и не снимай его, и обуви не снимай, не закрывай лица и не устраивай поминок. Утром я возвестил народу слово Господне, а вечером умерла моя жена. На следующий день я сделал так, как мне было велено». Ой, как сложно. Бог непонятен здесь. да? Почему он требует такого? Такой жертвы. Да, вот человека. Как вот. не оплакивать родного и близкого? Как проявлять кротость <сх pouco> во время <х pouco> да. такого испытания, братья? Что скажете? Крепкие отношения надо иметь с Богом, чтобы принять это, <сх. <сх.> принять и, ну, действовать так, как Бог. Бог сказал. Видимо, здесь Бог желает открыть нечто большее, не только самому пророку но и его народу, и через его вот эту жертвенность, с его стороны, да, через то, что он переступает через себя, он переступает через все обычаи, традиции своего народа, связанные с, вот, с проводами близкого человека, открывается, откраз, открываются пути Господни для всей нации, для, для всего народа. То есть Бог хочет показать, что ожидает этот народ в связи с агрессией враждебного народа. И что станет с этим народом, и как он будет вести себя, оказавшись в плену. Получается, что здесь Господь по отношению к своему слуге говорит о невероятной жертве, да? Это действительно жертва со стороны Езекииля, да. Жертва. В начале книги пророка Изекиля, когда он получает призвание, есть такой эпизод интересный, когда Бог, ну ангел uh -huh. дает свиток ему съесть, потом позже в книге Откровения этот, этот э, образ да, угу. обыгрывается и э, когда он ест, то сначала сладко потом в густах, а потом э, горько, горько в чреве, да и э, но Езекииль на самом деле это один из примеров, потому что Исаия и Иеремия, то есть практически любого из пророков, кого не возьми, мы видим, что э, они проходят вот вместе со своей вестью которая говорит о скорбе о бедствии они сами тоже вот проходят через горнило страданий Исаия, помните там должен был вы должен был ногим ходить пострадал погиб при Монасии. вот в случае с Езекилем у него жена умерла и как бы во всем этом смысл да, но в то же самое время, вот, представив себя на месте этого человека, да, мы сталкиваемся с тем, что а, вот этот путь следования за Богом, он сопряжен а, с величайшими испытаниями. И каждый из этих пророков, соглашаясь на пророческое служение, они, вот как в нашем уроке, да, это, это слово ключевое кротость, каждый из них выбирает этот путь, путь кротости, путь покорности Богу, доверия Ему. Интересно, да, вот если посмотреть на нашу сегодняшнюю культуру, вот как церковь видят люди, так скажем, ну, светские, да, то есть в нашем обществе живущие, а вот в чем они часто обвиняют церковь, да, в том, что люди с -с -с собирают или жертвуют какие-то денежные средства, да? и основная мысль, которая звучит, да, то есть, а вот вы деньги несете, а вы там живете практически, у вас нет своего ничего личного, да, то есть пространства какого-то. А человек верующий не понимает эти обвинения, да. Но для нас средства финансов очень часто это действительно пожертвование, это жертва. Для чего? Ну, чтобы книги распространялись христианские, чтобы газеты могли распространяться, чтобы какие-то программы проводились, правда же? Ну, да? в конце-концов даже чтобы помогать тем, кто нуждается. Конечно, все. то конечно. же самое. То есть для человека верующего, как бы, эта жертва, она становится где-то просто естественной. Мы должны внимательно не обращаем. А вот когда ты соприкасаешься с человеком со стороны, он спотыкается об этом, да. То есть вопрос жертвы в данном случае, да, мы говорим об отношениях с Богом, наверное, выходит на первое место. Ведь мы можем вспомнить еще и Авраама, да? Призыв Бога сына повезти на гору. Хотя там все закончилось прекрасно, агнец был принесен в жертву, сын жив и здоров. Но все христианство сосредоточено вот в этом одном слове. Жертва. Бог. Причем это жертва не с нашей стороны. стороны Бога, да. Бог идет на жертву ради того, чтобы нас спасти. Вот это главное отличие ну, от языческого восприятия жертвы, где вот, ну, от человека ожидается жертва. Человек должен Богу принести жертву, чтобы изменить отношение Бога да, к себе. Да, да. да, В иудео христианстве наоборот человеку нужна жертва. И на эту жертву сам Бог идет. идет. Бог предлагает себя в жертву ради спасения человека. Поэтому христианство это голговский крест. да? Да. Это ведь самое высшее проявление любви на земле. А с другой точки зрения христианин, как последователь Иисуса Христа, тоже должен быть, должен быть готов к чему? Что Господь тоже будет призывать какой-то жертвенности уже теперь с Его острова Ну, поэтому сегодня это очень непопулярная цитата из священного Писания, но я думаю, она очень актуальна. Вы еще не до смерти сражались. Поэтому, когда мы взираем на Господа, нам всем э, приятно смотреть и говорить, да, была принесена великая жертва, Голгофский крест, Иисус отдал свою жизнь. Но мы забываем о том, что Иисус, в принципе, ожидает то же самое от своих последователей. Когда мы, проявляя верность, мы не держимся за эту жизнь, угу. мы остаемся верными Богу. И Он тоже ожидает от нас такой же верности. Я вспоминаю в связи с этим э, библейского героя э, Моисея, Выдающегося человека, который, будучи воспитанным в, царских фараон, дворцах, в царском дворце фараона, да, вынужден был когда-то бежать, скитаться в пустыне, пасти скот. И Господь является к нему с предложением, в форме приказа, да, фактически: Выведи народ мой из египетского рабства. Да? События невероятные бог проявляет себя в египте невероятным образом происходит этот самый исход происходят э, вот э, все эти события там когда израиль идет по дну э, красного моря да то есть э, в пустыне значит нет воды бог дает воды воду из источника нету еды господь дает манну И иногда кажется что вообще вот нет никаких проблем но в то же самое время мы читаем о чем, да? О том, что Моисей постоянно был под угрозой расправ. Я бы предложил нам сегодня почитать 32 главу, отрывочек вот с первого текста по 14, как раз-таки описывающий очень такую трагичную историю Израиля. Пожалуйста. Когда люди увидели, что Моисея нет с ними, он не сходит с горы, это повергло их в страх и разочарование. Они обступили Аарона и потребовали от него. «Хватит ждать! Сделай нам Бога, который бы зримо шел перед нами!» Не знаем, что случилось с этим человеком Моисеем, который вывел нас из Египта. А Аарон уступил им. Что ж, соберите все серги золотые, что носят жены ваши, сыновья и дочери, и принесите их мне. Народ так и сделал. Собрал все золотые серги свои, и принес их Аарону. Тот взял все, что ему дали, и тут же начал перепролавлять золото. Так он сделал тельца, обложив золотом деревянное резное изваяние его. Народ восторженно кричал Вот божество твое, Израиль! Вот кто вывел тебя из Египта! А Арон же, увидев это, поставил перед тельцом жертвенник и объявил всем: Завтра праздник Господу посвященный. На другой день, встав рано утром, они принесли некоторых животных в жертву целиком сжигаемую, а некоторых в жертву благодарственную. После того они устроили праздничное пиршество, ели и пили, а потом по языческому обычаю предались разврату. Господь тогда сказал Моисею: Возвращайся скорее назад! ибо растлился твой народ, который ты из Египта вывел. Как быстро совратились они с пути, которого я повелел им твердо держаться. Сделали себе идола, тельца литого, и стали ему поклоняться. Ему жертвы приносят, и говорят при этом, «Израиль, вот божество твое, вот кто вывел тебя из Египта». К всему Господь прибавил, «Смотрю я на этот народ, но и упрям же он, Потому оставь меня теперь, дабы не звел я на них огонь гнева своего и истребил их, а от тебя я произведу великий народ. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего. Господи, зачем тебе так сильно гневаться на народ сей, на тех, кого из Египта ты вывел, явив великую силу и могущество руки своей? Зачем давать повод египтянам осыпать насмешками нас? со злым умыслом он увел их, увел, чтобы в горах погубить, стереть их с лица земли. Смени свой гнев на милость и не карай бедствием народцевой. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля рабов твоих, коим ты клялся самим собою, великим сделаю потомство ваше, Неисчислимым, как звезды небесные. Вспомни, что обещал ты им, всю эту землю, о которой сказал вам, дам потомкам вашим, и будут владеть они ею вечно. И смилостивился Господь, отменил Он-то бедствие, кое намеревался навести на народ свой. Спасибо. Но почему мы прочитали отрывок? Потому что видна сейчас целостная, целостная картина. Целостная картина У -у -у. да? А, но несправедлив ли Господь в своем гневе? Ведь справедлив. столько Он сделал для людей, да? вывел их, спас из рабства, мы уже говорили об этом, да, там в пустыне, просто и кормил, и поил. И, ну, недолгая отлучка лидера Моисея, да, привела к чему? Абсолютно справедлив, да. Но мы должны понимать, очень важно, и я думаю, что наши зрители, которые уже достаточно давно исследуют Священное Писание, согласятся с тем, что когда Библия упоминает о Божьем гневе, это не является противоположностью смирения. То есть Божий гнев не противоположен смирению. Потому что божественный грех – это, как правило, ответ на грех, на то, что делает народ. Но у меня другой вопрос возникает в связи с этим, друзья. А нужна ли кротость и милость? Ведь это действительно грех, это страшная картина. Люди отвернулись, люди, более того, там, идолопоклоннические практики вспомнили, самые отвратительные, да? Все на смарку фактически. Все перечеркнуто. Но мне кажется, что мы иногда противопоставляем вот как раз-таки эти, эти понятия кротость и смирение и, скажем, проявление как сказать, божественного, божественного, гнева, божественного, да? божественного гнева. Мне кажется, что гнев Божий ⁇ это святая и праведная реакция Бога uh -huh. на то зло, которое творит человек зло, которое разрушает судьбы детей Божьих, Бог не может спокойно смотреть на то, что происходит с его с его детьми, которых Он Он спас, и проявление Божьего гнева, оно как раз-таки спасительно для 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 людей. Вот почему вот в этой ситуации Бог вот ведет себя таким образом. Послушался и... Моисея. Нет, еще до того, как послушать Моисея, Бог Моисею говорит, да, что я принял решение да, с да. этим народом покончить все. Давай начнем с нуля. В чем все сначала? А, ну, непонятно, почему Бог вот предлагает такое решение, как бы это не, не укладывается у нас в картину того Бога, который открывался в свое время Аврааму, Авраам, Исааку, Якову, который mm -hmm. обещал. Вот. Евгений Владимирович, это да. а не допускаете вы мысли, мысли, о том, что этим самым, когда Бог произнес это, он мог, например, испытывать того же Моисея, как он поведет Допускай, себя? Допускаю, конечно, да. Потому что, мне кажется, читая этот момент и видя, почему Бог потом и называет Моисея кратчайшим человеком, видя вот это желание, видя ходатайство его вот это, да, угу. он, он, он соглашается очень легко. Однозначно, Бог это делает ради Моисея, Моисея, конечно. Да, чтобы всему стану израильскому вот, показать, смотрите, какой у вас вождь. Угу. Он за вас заступился, он за вас ходатайствует. Он осмелился э, мне противоречить, понимаете, да. Богу осмелился противоречить ради вас, понимаете? Вот какой у вас вождь, а вы, угу. вы хотите побить его, да. То есть ради репутации самого Моисея, мне кажется, Бог вот предлагает такую вещь, на первый взгляд непонятную. Uh -huh. вот. И когда все заканчивается хорошо и благополучно, мы, мы понимаем, каков Бог. У нас Бог, который открывает себя в истории спасения, не какая-то холодная, далекая, абсолютная uh -huh. величина. Это живое, динамичное, вот, личностное существо, которое взаимодействует с нами, несмотря ни на что. Ну и кроме того, нужно вспомнить, что в Библии очень огромные промежутки времени, на самом деле проявление божественного терпения. Мы знаем с вами, сколько лет Господь терпел, да, пока наши предки, около 1600 лет, пока предки вернутся к Нему, да, или 400 лет, пока Хананея переполнит чашу своего беззакония. То есть здесь нельзя усомниться в Божьем, в Божьем смирении для того, чтобы дождаться, пока все-таки этот народ образумится. Да, ну вот видите, я хотел бы сейчас процитировать, опять же, Иисуса Христа, да? То есть, Евангелие от Матфея, та же самая Нагорная проповедь, 5 глава. «Любите врагов ваших». Да? Любите врагов ваших. Как можно любить врагов, друзья? И зачем их надо любить? Да? То есть, тут не лучше ли бы вот сегодня все и очень многие задают вопрос выяснить, кто справедлив, кто несправедлив, кто... Ну, какой из этих врагов? Да? То есть, кто-то может быть очень даже честен там, в своих действиях, а другой очень подлый, коварный, вот, злой, так надо наказывать подлого, коварного и злого, а выяснив, приведя следствие, доброго оставить, так скажем, без, без поражения. Кто-то из сильных мира сего сказал, что я уничтожаю своих врагов, делая их друзьями. Да, определенным отношением можно действительно из врага сделать друга, и э, масса примеров тому, ну, мне вот сейчас вспомнилась ненасильственная борьба чернокожих в Соединенных Штатах Америки за свои права, борьба против расовой дискриминации, сегрегации. В uh -huh. 60-е, 70-е еще годы в США Это, эта проблема была очень-очень острой. И выдающийся деятель негритянского движения, баптистский проповедник э, э, Мартин Лютер Кинг. Вот, он, э, по сути дела, сломил ситуацию, ситуацию вот к лучшему, э, организовывая мирные э, марши чернокожих. И когда э, полиция пыталась разгонять эти марши из бронспойтов, <свят> люди просто садились на асфальт и начинали петь духовные гимны не отвечая своим обидчикам, не бросая в них камни и так далее, просто садились и пели гимны. И вот в результате таких вот действий, ненасильственных действий, они смогли очень много добиться. То есть вот это реальный пример проявления этого принципа ⁇ любить врагов Ис ⁇ История на самом деле свидетельствует, что зло никогда не может быть побеждено злом. Но история свидетельствует о том, что зло побеждается только любовью как на уровне общества, так и в семьи, в семейных наших отношениях, в взаимоотношениях между друг другом, между людьми. Поэтому на самом деле, когда мы говорим, когда Иисус, вернее, произнес эти слова «любите», мы должны, наверное, понимать, что Он прежде всего говорил об вот этой любви Агапы, безусловно, любви, которой мы, как верующие люди, которые претендуют или хотя бы мечтают о том, чтобы оказаться в Его Царстве, которые должны бы, по идее, отображать характер Господа, мы должны научиться вот этой безусловной любви, независимо от того, как к тебе относятся, как тебя притесняют, как тебя э, обижают. Ты должен научиться вот этой любви, чтобы ты мог проявлять эту любовь. Любовь это мы очень, конечно, это чувство, это, <связывая> это тоже чувство. Но любовь это еще и действие. Это относиться к другому так, опять же, мы цитируем Священное Писание, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. А не получится ли в этом случае, что ну, зло не прекратится? Ведь очень неудобно быть злым, когда все кругом добрые. Да? То есть никто тебе отпора не дает, никто никаких заслонов не выставляет. И вот человек, как мы говорим, может распоясаться, да? То есть вести себя как угодно и проявлять, и проявлять все свое вот это негативное качество зла. А вот как с этим быть, друзья? Ну, э, если мы думаем, что мы те, кто положит злу конец, так. то мы глубоко заблуждаемся. Да. Э, убивший дракона... Так, сам становится драконом. Сам становится драконом, да. В этом природа вот зла. То есть если человек начинает думать, что он сам способен совладать силами зла или навести порядок, то это а, та же самая ложная идея, которой когда-то оказался пленен Люцифер, что он может как Бог править миром. Потому что устанавливать, что есть добро и что есть зло, наказывать и утверждать порядок – это прерогатива Бога. Поэтому, э, ну, как бы в, в этом, как, в этом вся э, трудность вот этой вот ситуации. То есть с одной стороны человека наполняет какое-то праведное чувство гнева при созерцании явной несправедливости и зарождается мысль, что он вот сейчас, вот если он приложит усилия, он может навести порядок и все встанет на свои места. Но этого не произойдет, потому что, если мы смотрим, как Священное Писание представляет э, ситуацию в нашем мире, то единственный, кто может навести порядок в мире, это Бог. И вот кротость, о которой мы сегодня говорим, она как раз-таки предполагает, что человек возлагает свое упование в утверждении справедливости и правоты на Бога. Моисей кратчайший человек на земле, вот а мы сейчас о нем говорили, да. Почему? Потому что Моисей никогда не вступал с... Там, в прения и не защищал свой авторитет. Он не говорил: Да, вы знаете, мне там Господь явился в неопалимой купине, да, значит, Он меня призвал. Там, а вы разве не помните, как я вас выводил и сколько я там с вами был? Никогда. То есть сколько раз Моисей подвергался опасностям, кто вступался за Моисея? Господь. Господь. Даже тогда, когда ближайшие родственники Моисея восстали против него арон и мире. И даже в этой ситуации, да, ну казалось бы, там можно было и по семейному разобраться, да, быстро э, сказал, кто есть, кто и все. Но нет же, то есть, и, и в данном случае Моисей оставил это все э, в, в руки Божьей. Поэтому, э, когда мы читаем пятую главу, да, есть вот это вот, и мы сталкиваемся в жизни, что иногда определенным отношениям можно из врага сделать друга. Но когда Иисус призывает нас любить врагов, то он обосновывает этот призыв не тем, что враги станут вашими друзьями, а он говорит только так вы будете детьми Отца вашего небесного. И дальше он приводит пример, показывая, что Господь посылает свои благословения, невзирая на лицо. А что касается вот такого лицеприятного отношения, так оно свойственно даже язычникам. Они любят тех, кто их любит, они помогают тем, кто им благотворит, вот, они оказывают помощь тем, кто им когда-то оказывал. То есть это такое вполне себе, ну, мы сказали бы там, светское, просто человеческое. Ты отнош... мне, я тебе. Да, отношения. А вот то, о чем говорит Иисус, это немножечко из другой области, из другой категории. Иисус говорит, будьте совершенны, как совершенны на Отец ваш Небесный. То есть э, вот этот вот путь кротости на самом деле, это путь, э, когда мы становимся детьми нашего Небесного Отца. Когда ученики спрашивали о том, кто больше в Царстве Небесном, помните, да, э, Иисус поставил ребенка. Почему? Потому что ребенок ни на что не может претендовать. Ребенок полностью зависим от того, что делают. Родители получит он наследство от родителей хорошо, не дадут ему родители наследство ничего не будет. И вот э, здесь как раз таки Иисус эту вот мысль подводит, да, что э, дети они полагаются на родителей, они не рвутся в бой защищать свои интересы и права, а позволяют своему небесному в данном случае отцу за них все бросать на свои места. Итак, если подытоживать наши размышления, можно сказать, что кротость – это что? Полное доверие Богу. Богу. Полное доверие Богу. Мне хотелось бы еще один текст прочитать. Это из первого послания к Петра, второй главы. «Слуги, подчиняйтесь господам со всяческим уважением, и не только тем, кто добр, сисходителен, а и суровым. Ведь это одобрение достойно, если человек терпеливо сносит обиды и страдает несправедливо, страдает за то, что совесть свою выверяет по Богу. Как это непопулярно у нас сегодня. Век справедливости, как мы считаем, век отстаивания своих интересов, век эгоцентризма, когда мы замыкаем все интересы нашей жизни только вокруг себя. Ну такая позиция, мне кажется, она никогда не была популярной и в античности тоже. Да, кротости и смирения не было среди добродетелей у классических философов. Да, подчеркивалась именно вот сила, мужество, мудрость, да, но никак не кротость и, и, и не смирение, и нетерпение. Поэтому христианство в этом смысле, оно революционно, оно предлагает путь, который кажется путем слабости, проявления слабоволия. Вот. Но, по сути дела, вот именно в такой жизненной позиции заключена колоссальнейшая сила. Кроткий человек, он способен, способен действительно ломать ситуацию и способен расставить даже самое холодное и жестокое человеческое сердце вот таким отношением, а, который продемонстрировал Иисус Христос на кресте. Вот ведь те люди, которые участвовали в распятии, они шли с голгов и били себя в грудь, и каялись, и признавали то, что пролили кровь невинную. Вот это, это отношение Христа, который молится за них, за обидчиков своих, очень простимых, не зная, что творят, оно действительно способно менять человеческие сердца. Слава Богу, слава Богу. Ну и опять мы скажем о чем. Кроткий человек это не человек, которого все время бьют. Кроткий человек это настоящий слуга Божий, который отдает жизнь свою Богу, который позволяет Богу, чтобы Он решал Его большие или маленькие проблемы, несправедливости. И человек кроткий который, может быть, вот господину подчиняется, порою очень суровому, да, порою законам подчиняется государственным, где-то ущемляющим в чем-то, да, их жизнь. Христианин – это человек, который действительно готов любить, особенно тех, кто причиняет ему трудности, неприятности, врагов, как говорил Иисус, но тем самым он дает возможность самому Богу решать что-то здесь на земле. Он дает возможность самому Богу проявлять себя на этой земле. Человек кроткий – это не всегда слабый. Да? Человек кроткий должен иметь силу, как говорил когда-то один из отцов церкви, Иоанн Златоуст, огромную силу характера для того, чтобы позволить Богу решать вопросы его жизни. Богу устанавливать справедливость. Богу, который будет действительно вот на весах, может быть, да, где-то выверять, где истина, где она нарушена, Богу, который будет в итоге раздавать и воздаяние человеку и нашему сообществу. Поэтому, дорогие наши зрители, заканчивая сегодня урок и наши размышления, мы хотим вам э, посоветовать быть кроткими в этом мире, быть настоящими христианами в этом мире, любить больше, прощать больше, забывать об обидах. И действительно, пытаться здесь, на Земле, жить жизнью в вечности. До новых встреч!